Dobry wieczór, witam na konferencji po meczu Jagiellonii Białystok z Piotrkowem Węczeszki w drugiej kolejce ligi konferencji. Na początek trener drużyny gości Andrzej Martin. Poprosimy na początek trenera o opinię o tym meczu. Proste, jest kilka słów właśnie. Dobry wieczór. Ten już na 2-3 предложения i wyjął, tak? Мы встретили сопротивление очень хорошего соперника. Напоткались на дружину, который был очень добрый. Очень понравилась команда, очень организована, как и говорил до игры. Команда организована во всех стадиях, в фазе обороны, и в атаке у вас хорошие игроки, хорошие исполнители. Bardzo dobra drużyna, tak jak mówiłem na konferencji przedmeczowej, drużyna z jakością zarówno jeśli chodzi o obronę, jeśli tak jak i o atak, drużyna po prostu bardzo dobrze zorganizowana, bardzo nam się spodobała. My делаем только первые шаги, нам тяжело, у нас, конечно, бюджет не позволяет работать в этом режиме, нам очень сложно выдерживать темпы чемпионата и игры матчей конференц-лиги. Мы робимы допиро первые кроки в тего типу розгрывках. Тяжко нам есть połączить розгрывки мистерства Молдавии с европейскими пухарами. Теж не мамы так мощного бюджета, чтобы позволить себе на сбудовании так мощной кадры, чтобы можно было эти розгрывки улучшить. К сожалению, результат мы принимаем такой, как он есть. Я считаю, что хозяева поля заслуженно победили сегодня. Oczywiście przykro nam, że przegrywamy ten mecz, ale uważam, że piłkarze Jagiellonii, czyli gospodarze tego meczu, zwyciężyli jak najbardziej zasłużenie. Może, jeśli by u nas w komandzie grał Polulu, może by my sobie nie wygrali. Kto wie, gdybyśmy może mieli w składzie Afimiko Polulu, może my bylibyśmy dzisiaj zwycięzcami. No tak, пока dla nas to ogromny opyt, встреча z хорошими соперниками. Мы в стадии роста, в стадии развития, поэтому мы довольны, что мы уже находимся на этой стадии, поэтому мы будем получать удовольствие от футбола и продолжать играть. Для нас это, jednak, так как и вчера говорили, это огромное опыт, огромная радость, возможности игры против этого типа зеспола в таких разыгрываниях, как те. Мы есть дружина, которая развивается, которая хочет идти до преду, и уже само то, что мы здесь, это для нас есть большой повод для радости. Tyle, trener, dziękuję. Czy są pytania? Oczywiście, wy, наверное, jest z Moldowy, tak? Пожалуйста, тогда говорите тогда, уже не на русском языке, или хотите на русском, тогда я буду говорить. Тренер может ответить на русском. А, хорошо, то давайте. Бонасера. Бонасера, добрый вечер. А просто пришли мне варианты, что от единения не скачал по дефенсиву, тот уж на мажорство парк Одесса, а если бы эти парк терял с утра голову парк, он бы Извините, только еще переведите вопрос, потому что я не понимаю. Доходили мы редко до ворот нашего соперника, но наши парни будто боялись исполнять удар по воротам. Ходило о то, коллега с Молдавии запытал о то, что Петрокуп гостил под полонкарной дружины с Białegostoku, но жадко доцелился на стрелы, если в ogóle, так как бы выглядел трохи так, как бы боялись пилкажи с Молдавии стрелять. Дело не в боязни, дело в том, дело уровень игрока, качество игрока. Если ты сильный футболист, ты себе уверен, ты определенные вещи делаешь с большим запасом прочности, делаешь это очень уверенно, выходишь на ударной позиции, сам себе создаешь, сам исполняешь, сам принимаешь решения, тут не можешь за них это сделать. Это, к сожалению, если у польской команды футболисты другого уровня, немного выше, скажем, чем наши. Мы только стремимся, делаем первые шаги. Нам тяжело. Нам тяжело конкурировать с командами, которые по бюджету намного сильнее нас. Футболисты добротные в этих командах. Поэтому то, что мы туда доходим и не принимаем правильные решения, это опять от того, какая у нас на данный момент команда. Это реальность. Поэтому нам сейчас тяжело. Trener wytłumaczył to nie brakiem odwagi, czy też wręcz bojaźnią. Powiedział, że tak to jest, jeżeli piłkarze mają określone umiejętności. To chodzi o jakość piłkarzy, jeżeli zawodnik jest pewien swoich umiejętności. Jeżeli te umiejętności są na odpowiednim poziomie, to on dochodząc do pozycji po prostu wie, że może pozwolić sobie na strzał, się tego nie boją, się nie zastanawia. Taka jest niestety sytuacja w chwili obecnej drużyny z Mołdawii, że nie ma tak jakościowych piłkarzy jak w Jagiellonii Białystok chociażby i to jest powód tego, że strzały po prostu, tych strzałów nie było.
Ничего показалось, тоже показалось, но мы проиграли физически этот матч. То каждый его разумел. Это опять только что мы говорили про технические действия с мячом, уверенность, сила, то сейчас переходим к физическим. Смотрите, сколько единоборств, когда мяч между двумя соперниками, первый на мяче, игрок польской команды. Когда идет ускорение, первый на мяче, игрок польской команды. Когда идет верховое единоборство, к сожалению, выигрывает игрок польской команды. Подбирает этот нейтральный мяч, тоже игрок польской команды. Это детали, которые определяют судьбу матча. Если ты физически хорошо готов, если ты крепкий, если ты сильный, сегодня в современном футболе без этого вообще нельзя. Поэтому и скорость на силовые качества, и это все имеет значение в футболе. Поэтому чуть ближе всегда польская команда была в каждом эпизоде, чуть-чуть быстрее, в каждом эпизоде чуть-чуть сильнее. Из всех этих деталей складывается результат матча. Это футбол. Сегодня, чтобы играть на таком уровне, нужны игроки определенного качества, определенного уровня с большими скоростно-силовыми качествами. Футбол к этому идет. Дальше будет еще быстрее, еще сильнее. Питание дотычило того, что коллега с Молдавии имел вражение, что дружина Петрокуму проиграла этот матч также физически. И тренер тутaj udzielił, jak Państwo słyszeli, dłuższej odpowiedzi, ale ona właściwie sprowadza się do tego, że to podobnie jak chodzi o jakość techniczną, piłkarską zawodników, podobnie ma się to, jeśli chodzi o wytrzymałość, siłę, przygotowanie fizyczne. W każdej sytuacji na boisku, jak widzieliśmy, to powiedział trener, piłkarze polscy byli ciut szybsi, ciut silniejsi, ciut bardziej zdecydowani. Tu znowu chodzi o to, że pomiędzy obiema drużynami jest różnica w jakości zawodników, ale tak jak podkreślał dwa razy, taka jest piłka. Ona idzie w kierunku szybkości, siły i będzie jeszcze trudniej, bo to będzie się ciągle rozwijać właśnie w tym kierunku, że piłkarze po prostu muszą być doskonale przygotowani szybkościowo i fizycznie. Да, я не могу упрекнуть своих футболистов ни в чем. Они очень хотели, они очень старались, много работы провели на поле. Но сегодня реалии такие, что соперник чуть-чуть быстрее, чуть сильнее. Мы тоже этого хотим, мы тоже к этому стремимся. Но пока нам еще предстоит очень много работы. Всем спасибо большое. Тренер сказал, что не может в жаден способ, жаден зажутов чинить своим заводникам. Они очень хотели, они старались тут показать с как наилучшей стороны. Robili wszystko, co mogli, ale realia są takie, że dziś są słabszą drużyną od Jagiellonii Białystok, dlatego ten wynik tak się złożył i wszystkim on serdecznie, trener, dziękuję.